пьяный, без прав, на чужой машине. Правда, как оказалось, хозяева автомобиля гонщику совсем не чужие люди. Именно машиной родственников завладел молодой рецидивист, который уже привлекался за кражу и угон. И вот сегодня он снова преступил закон. Но долго кататься по улицам города ему не позволили. Экипаж ДПС заприметил нарушителя за рулем ЗАЗ «Ченс», когда тот передвигался по проспекту Вахитова. По факту поступившего сообщения об угоне транспортного средства был объявлен план перехват. В ходе оперативных разыскных мероприятий экипажем ДПС данная автомашина была задержана. Автомобилем управлял молодой человек, не имевший права управления, также находившийся в нетрезвом состоянии.